Не, ну приятно, конечно, ощущение первое такая на поле, тем более погодка сегодня позволяет, солнышко, ну, приятно все-таки, когда натуральный газон, все-таки, а не искусственный, даже тело лучше себя чувствует. Да, сразу, конечно, непривычно, так, и мячи, ну, мяч надо по-другому как-то и принимать, и чувствовать. Ну, это со временем привыкается, это, наверное, нужны там, да, не знаю, там, может, минут 10-20, кому как. И все, и потом уже, когда привыкнешь уже, да, уже тогда отдыхаешь, можно сказать. Как бы получше, ну, еще, наверное, я не знаю, до конца этой недели, возможно, еще в индивидуальном режиме поработаю. Не брать травму, как процент, там, ну, уже ближе, как к 100, я не знаю, процентов 70-80, думаю, уже как минимум готовы. Только плодотворное проходит, все на хороших, ну, и игровые упражнения, все так в кучу, как бы, и физические упражнения, так, думаю, подойдем к чемпионату в боевой готовности. Конечно, провели хорошую работу за эти месяцы, ну, думаю, уже подошли к этому этапу, уже подготовка, когда уже готовы к сезону. Конечно, уже хочется быстрее официальный матч, чтобы уже, там болельщики были, и просто показать игру. Значит, наверное, федерация виднее со стороны там переносить или нет. Ну, наше дело готовиться к матчам, и все. А там уже дальше же, что скажут, то будет.